не имеете права снимать. Почему? Потому что мы сотрудники милиции. И что? Вы не имеете права нас снимать. Почему? Потому что. Почему? Потому что не имеете права снимать. Телефон доверия дайте мне. Что это такое вы происходит? Вы расписываться не будете? Телефон доверия, будьте добры, ребят. Скажите мне ваш телефон. Два этих. 2 по 2 политики устанавливаем. Телефон доверия. Снимать не надо, я понимаете? Не надо снимать. Почему? Потому что. Почему? Какое право умеете снимать? Объясните мне мои права. Это мое личное дело. Имейте это право. Не ваше личное дело. Что вы говорите? Если вам человек сказал, что вот этот человек, например, букует, даст инспекторами, давай его остановим, это еще ничего не означает. Ради бога, ваше право. Вот теперь это мое право. А это не ваше личное дело. Уберите, не надо руки распускать. Если вы в форме, это еще ничего не означает, понятно? Я могу тоже позвать сейчас свидетелей. Приедут люди, посмотрят, что происходит. Начинайте запрос в квартире за остановку. Да куда? Давно я был в квартире. Здравствуйте. 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 Они мне отказываются дать телефон доверия, чтобы я позвонил. Мы его не заставляем, это его личное право. Пограда Винбаума. Я принял. Все-таки телефон доверия должны они мне дать? Я не был в таких ситуациях. Но надо телефон доверия получить. Ну, а должно сзади быть. Телефон доверия. Все, позвоним тогда туда.